Хай-хай, с вами Распиздя. Ребятки, помните, я говорил, что я возьму... Сколько я говорил, что я возьму 4 или 5 тысяч? Или 10? Не помню. На паже играя. Помните, видос снимал? Я говорил, что мой рейтинг будет расти, и сегодня свершилось чудо. По-другому я не могу это назвать, описать. Это чудо, что ни на есть, я преодолел. Я преодолел порог своей жизни второй раз. За всю историю игры в рейтинг второй раз в жизни я преодолел порог 3 900, 4 тысячи, вот эту вот сотню я преодолел и взял 4 тысячи. Фу, сыграл сегодня, а точнее не сегодня, сыграл я 5 игр с 3 900 до 4 тысяч, все выиграл, абсолютно, и они были достаточно, в принципе, легкие. Представляете, это... Я не знаю, с чем это связано. Я говорю, это второй раз в жизни у моей, вот, чтобы вот так вот пройти эту сотню. Это достаточно редкое явление. В общем, взял 4000 на падже. В принципе, сейчас игры должны пойти легче. И намереваюсь дойти до 5000. Там уже посмотрим, насколько я смогу играть на этом рейтинге, потому что я реалист, я как бы реально оцениваю свои силы. Да, 4000 это не предел для меня, я это как бы всегда говорил, но 5, как бы 5, да, но дальше вопрос, не знаю. Ну, как бы, зная, какие долбоебы играют на 5000, я понимаю, что я, в принципе, не хуже них, не хуже, точнее, лучше них играю. Вы поняли. До 5 на падже, я думаю, дойду, а там уже посмотрим. Что-то хотел сказать по поводу игры на падже, повышение рейтинга. Я снимал об этом видос, кто-то его смотрел, кто-то не смотрел, но в принципе я вкратце расскажу. Берешь паджа, собираешь возвратку по фасту и выигрываешь игру. Если твоя команда не конченые долбоебы, то в принципе ты игру должен выигрывать. Но еще, конечно, надо немного уметь хукать. Все, в принципе. Стратегия очень проста, но она работает. Как вы видите, было у меня 3000. Играя на падже, поднял до 4. Есть нюансы. Поднимал я его достаточно долго. Из-за того, что вот этот порог 3 900-4 тысячи, он для меня непреодолим. И на нем я застрял, наверное, недели на 2. С 3 до 3 900 я поднимал недели 2. А с 3 900 до 4 я также поднимал недели 2. Чуете разницу? То есть вот этот порог, он какой-то вообще дебильный. И его невозможно преодолеть, потому что кидать каких-то даунов постоянно, под постоянно. Но свершилось чудо, и планка была взята. Точнее, это еще не планка, но рубеж такой небольшой. А по поводу того, что... Кто-то думает, что если играть на одном герое, особенно на таком герое, как Падж, невозможно поднять рейтинг. Или очень сложно. Ребят, это все херня, это все бред. И те, кто говорит, что надо, если хочешь поднять рейтинг, играть чисто на корах и ни на ком другом. Хотя на корах все-таки так или иначе полегче это сделать, но тем не менее. Поднимать рейтинг можно на любом персонаже, на любом абсолютно. Ты можешь брать любого, допустим, взять паджа. Я беру паджа в любой игре, независимо от того, какой у нас пик, куда я пойду и какой пик у противника. То есть я не смотрю вообще на пик, мне все равно. Тут, понимаете, такой рейтинг, здесь мало чего зависит от пика, хотя иногда он тоже решает, но тем не менее. Тут многое зависит от того, как люди нажимают кнопки. Кто лучше нажимает кнопочки, тот и выигрывает. И неважно, какой у тебя герой, понимаете, и какой пик. Тут зависит от того, как ты умеешь нажимать кнопки. От индивидуальных действий больше зависит, чем от командной игры. А где-то на рейтинге выше, там 5, 6, 7 тысяч, да, уже будет решать командная игра, пик будет решать. Но здесь нет, здесь это практически не работает. Здесь надо играть на том герое, на котором ты лучше всего умеешь играть. И все. И тогда рейтинг будет расти. Как бы я поднимал рейтинг на саппортах.
В основном на Леоне, по-моему, на ЦМочке, вот таких каких-то героях играл. До 4,5 я дошел, как бы на саппортах. Поэтому все херня. Все работает, рейтинг растет, на корах играть не обязательно. Хотя на них, если играть, если задрачивать, допустим, одного коут-кора, чуть быстрее ты поднимешь рейтинг. В принципе, на этом, наверное, все, ребят. Что хотел рассказать, рассказал. Сейчас буду идти дальше. До 5 дойдем, там посмотрим, что будет. Пишите, если есть какие-то вопросы в комментариях. Также в честь такого грандиозного события. И, блядь, вот эта планка для меня, она какая-то вообще, это триумф, ребят. Посмотрите, мне очень тяжело было преодолеть эту планку. Я играл на этом ебаном рейтинге 3900 недели 2, наверное. Понимаете? Смотрите, 3800, 3900, опять 3900, 3800, 3900. И, блядь, это бесконечно, нахуй. Это бесконечность. И более того, что я не могу... не мог преодолеть эту планку, так я еще и в лоу-приоритете постоянно сидел. Видите эти обычные игры? Это все ЛП, ЛП, ЛП. Вот ЛП. Я постоянно в ЛП сидел. Постоянно. Постоянно в мутах, в ЛП, в мутах, в ЛП. И вот это еще порог ебучий, 3900. Это вообще, это такой ад. Представляете, это пиздец ад был для меня. Но я обещал, что я возьму. Я взял. Иду дальше. В принципе, дальше должно пойти все более-менее нормально. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Намко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну все такое. Вы поняли. Всем пока.